делать приюту, когда вот так выбрасывают новорожденных? Куда нам их девать, скажите? Куда? Люди, звери! Я уже даже не знаю, что сказать. Вообще охренели, понимаете? Охренели люди! Что творят? Каким надо сволочью быть, чтобы кидать в приют, который вообще не может выжить? Еще и щенят. Ребята, я прошу помощи сейчас у нормальных людей. Если вы считаете себя хоть немного нормальным человеком, помогите приюту. Может быть, я говорю грубо, ребята, но вокруг столько людей, и все ходят со стеклянными глазами, а приют загибается, понимаете? Загибается от голода. Попробуем подложить другой маме. Мама, нет. У мамы трое щенят, мы их убрали. А маму перенесли сюда. Понимаете, маму перенесли к чужим детям, потому что у них нет шанса выжить по-другому. Не бойся, мам.